вы не одна. Я
Ричард Кёсов, Павел Дедищев. До встречи в 8 часов вечера. Мероприятие для зрителей старше 18 лет. Уважаемые москвичи, Государственная противопожарная служба напоминает вам, что пожар легче предупредить, чем потушить. Наибольшее количество пожаров происходит в жилых домах. Поэтому прежде чем выйти из квартиры, проверьте выключенный вентилятор, утюг, электронагревательные и осветительные приборы, газовая плита. Не оставили ли вы непотушенную сигарету? Помните все это на простой случай возникновения пожара. В случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций, звоните по телефону 01. ВДНХ – это место, где можно не только хорошо отдохнуть, но и получить новую силу. Просто поработать сегодня по ночным полотнам. Я готов поделиться с вами своими силами. Команда ВДНХ подготовила для вас тематические и абсолютные смыслы, экскурсии к месту, Более подробную информацию вы можете получить в профессионале и на сайте ВДНХ.